Ладно, у меня опять какая-то фигня случилась, блин, как обычно. Ну ладно, я скажу все-таки, вот видите, вот это вот... Вилла, к ней, мне кажется, можно приблизиться. Там наростик такой я вижу. Хотя фиг знает. Собак нету, главное. Так, вот у нас это Лаго ди Комо. Короче, там тоже такая, видите, типа вилочка заброшенная. Вот. В общем, я вам говорила, что Комо у нас чемпион по коммуникациям. Вот он сейчас поедет. Я на следующем поеду, на 13-м, да? И стану первая, блин. Вот посмотрите, здесь еще такие интересные лапки такие, да? Труба там, кстати, как ее камень обволакивает, да? Ну, а эти, это вообще сталактиты эти. Смотрите. Как он долго все-таки собирается ехать, это вообще, да, вот просто мучение. Вот посмотрите, как стыкуют сталактиты со ступенями. Причем ступени всегда, всегда гранитные. Тут трафик еще машин, блин. Смотрите. Вот все-таки, знаете, стать тяжело утром, но зато доедешь нормально до всего. То, что я уже просто вообще, пока я сюда доехала, я уже вся измоталась. Смотрите, наше чугунное изделие торчит. Тут вот Сан-Петрино обязательно надо было бы, да, вот положить. Сан-Петрино у нас тут есть, да? Тут что-то, груду их выкопали. Вот, посмотрите. Штурба. Чугунное изделие. О, поехал. Посмотрите, как это идет, типа каменная, да? Смотрите. То есть вот этот вот как бы в шкаф вход должен образоваться, да? А там, естественно, кто? Там, естественно, наша Мадонна Мария. Как вот такая вот эта жижа, хоть где, да, так сразу Мадонну ставят, понимаете? Есть смысл в этом? Посмотрите, какие сталактиты тут. И вот обязательно лестница к ней. Там ничего нет, да? Держите, если нет, то эту паутину я просуну. И главное, вот такая грота, вы посмотрите. Видите, из камней, перемычки, поглядите. Из этих ее, посмотрите, это все в эти, как будто каменные эти ветки. И посмотрите, как они образуются, глыбы эти, мегалиты. Все волнами друг другу, посмотрите. Вот, и потом нож не надо будет протаскивать, потому что все уже это сделано ею. И там у нее, видите, постамент. Крестайл Мадонна, она сама там появляется. Понимаете, где ей надо? Нет, ну это вообще ветки эти, это просто. И тут такой типа фонтанчик образуется, да? Это, смотрите, подход к ней с этой чугунной нашей, это деревянно-чугунная, блин, ручка. Сейчас мне. И вот, посмотрите, лестница наша, Мёбиус, опять же, да? Вся тоже, посмотрите, какая. Полукругом. И обязательно она уже именно уже такого, уже конкретно такой гранитный материал. Ну вот еще раз покажу вам. Все там, видите? Вот. И тут вот этот. И вот разные цвета уже, да, видите, образуются. То есть здесь уже как бы вот как рисунок такой, видите? Тут вот ее корка вот. Вот ее цементная. А тут у нее, видите, как другой уже, это как будто бы галька как будто бы налепилась. Но это тоже, видите, тут жижа, типа как известняк образовался. Вот понимаете, это, видите, как
как будто бы налепляется все, хотя это выросло из этой скалы, как бородавочка такая, знаете? Вот. То есть это я сверху кому. Вот тут тоже, видите, вот как будто бы вот эта грязь проделала дорогу себе. И легла вот таким вот. Но видно уже в этом, все равно виден наш рисунок. То есть, видите, надо полностью как бы образуется что-то. Вот. Либо на такое должно быть. А там мне нравится, видите, где должны быть колонны роста, там у нас деревья стоят, видите? Вот. Сейчас машину пропущу. Вот тут арка вот. Около нее, естественно. И там пошли. Гротики сделали из них. Гаражики, тут вот наши чугунные изделия, видите? Вот. Смотрите, какая стена, да, у нас. Такие виллы здесь. Вот кто бы здесь стал строить? Вы же видели, как сюда доехать, блин. Тут есть эта дорога. Вот эта дорога, это из Кому. Тут тоже посмотрите, как наращивается ее эта корка, да? Аппликация, да? Смотрите. И потом, поглядите, переходит во что? Смотрите. Вот такое вот вибрационное что-то там, которое уходит вниз корнями. Посмотрим. Тут тоже, видите, коротко. Вот смотрите, вот скоба, что бы она здесь держала, да? Вот, пожалуйста. Пытались ее закрасить в белый цвет, видите? Но она, я вам говорю, что она, особенно скоба, она с них скидывает все. По идее, я могу спуститься, но у меня нет так много времени, чтобы идти всю эту дорогу пешком. Кампари, ничего себе. Перейти его. Типа ты могла здесь попить. Вот, Наташка. Кампари. Кампари у меня как раз около колонии они производят. Кампари. Мартини, кампари. Вот, кстати, ни одной трубы, да? То есть зимой здесь вообще невозможно было бы находиться от холода. Там вот дофига. Так, фонтана Кампари. Ничего ей не дают, странно. Сколько вибрационных тут линий. Ликер. То есть пейте давайте алкоголь и не бухтите. Чугунная стена, видите, торчит. Блин, меня заинтересовала эта вилла, в которую я не могу попасть, блин. Это мне не интересно сегодня, потому что здесь через забор, блин, попробуй сними. Ну, она тоже, вот смотрите, пустая, да? Хотя там открыта дверь. Может, музей сделали тут, но это что-то не похоже. Были бы указания тут какие-нибудь. Указатели, в смысле. Тут у нас тут в 2D все. Вместе.
Но балконы такие, два этих балкона шикарные, да? Кто-то выезжает. Центр спортива. Такая тишина тут, да? Как только отошла от этой кучи ненормальных людей, сразу такая тишина. Вот эти вот балкон. Там вообще стены, конечно, если вот вперед идти. Но мне неохота, знаете, честно говоря. Я лучше в кому поснимаю. Посмотрите, этот фонтан какой интересный здесь, с этой стороны, да? То есть просто стена, да? И туда идет помещение. Здесь, видите, удобно стоять, но нечего снимать. Просто мне вот хочется на эту виллу залезть. Посмотрите, да, опять же, все в коммуникациях. Тут вон тоже. Но я не знаю, как к ней поступиться. С этого поезда выпрыгнуть. Там внизу. Смотрите тоже, какая стена это. Поглядите сейчас. Вот, кстати. Тоже переходит. Переход такой из кладки. Что-то невообразимое, да? Я понимаю, приехал еще один, что ли, да. Раз они сходят. Сейчас посмотрю, если не очень много народу, то я поеду вниз. Потому что тогда я уж поработаю в кому. Правда, там дофигища народа, конечно. Вот это вот, видите, там она. Там у нее. Крыша это вот как наших огромных. И там нарост на крыше, видите, окошко нарост. И типа у нее этот бортик терраска наверху крыши. Ну вот видите, хрен к ней подойдешь. Все типа вот эти виллы. Смотрите, опять же, труба. Вот нафига бы так огромную бы виллу, да, построили? Нафига? Зачем бы столько этажей? Да, вот зачем бы? Просто видно. А вот если все в свете суперинтеллекта, очень даже гармонично все получается, что она вырастает и доходит вот до как раз этого края стены. Видите, это как комплекс такой весь. Это вот, видите, посмотрите, какие там, конечно, все ворота. Какая у нее вот эта вот замечательная крыша а-ля миланские дома вот эти в центре города, поглядите. Трубы, да, то есть там топить не надо было, тоже такая шикарная вилла, да, как бы, но топить не надо. То есть истратили все вот на оформление, да. Тут вообще окна, да, видите, не прошли. То есть здесь два окна сделались, а тут все, не надо больше окон.
Так, ладно, я пойду посмотрю. Ты можешь стоять ведь. Как она хорошо вот отсюда видна. Одна гана, всего лишь одна труба. На таком огромной вилле всего лишь одна труба сбоку причем, да? Да, там бы походить, конечно. Но, хотя, смотрите, можно подойти, они там идут, кстати. Там, видите, мост, смотрите. Мост, видите, под ней. И можно подойти к этой вилле. Не хочешь посмотреть? Да, точно, точно. Слушайте, давайте сходим туда, давайте. Давайте, что-нибудь все-таки интересно, тем более там вообще просто все забито народом. Подождем до следующего. Гораздо интереснее сходить к этой вилле. А вот этот дворец, кстати, там 100% теннис рядом. Вон этот. Там просто Мишель делала, которым у нее нагло отобрали матч. И с этого она больше не захотела турниры делать. Смотрите, вот опять же, да? Вот лесенка. Просто вот куда-то, да? Вот нафига бы стали бы делать вот такую лесенку бы. Ладно, сходим, давайте. Я валяюсь людям, только бы добежать до ресторана и до бара. Сидеть, кушать. Показать вам, сколько тут коммуникаций. Вот, скорее всего, нам туда. Сентьера Перкомо. Вот надо мне эту сделать мне, по идее. Сегодня не буду делать. Тоже хорошая тренировка наверх подняться. То есть это дорога, которая от Комо, а вот до верха идет. То, что написано Комо. Там вижу что-то, видите? А, это вот грязь привезла, по-моему. Да, я читала просто. У нас же Комо тут вышла из берегов на той неделе, по-моему. Ровно неделю назад, да. Но вроде говорят, что и в четверг, когда я вам видео делала в Вороне, потом была гроза, и типа что писали, что Комо вышла из берегов. Вот посмотрите, какой тут этот вот, да? Типа не образовавшиеся столбы роста, вот такие сталактиты, да? Видите? Ладно, мы пойдем туда. Посмотрите, какая лесенка, да, тоже? Вся вот такая еле-еле образовавшаяся, да? Полу такая жижевая, но ступеньки, обратите внимание, когда я вам говорю, ступеньки всегда хорошие. То есть, что всегда хорошее, твердое такое, прямоугольное, обычно гранит на ступеньке. А остальное так все жижевое. И вот эта лесенка туда идет, к этим виллам, грубо говоря. Здание, не знаю, пустое, не пустое, но написано, что есть собака, мол, такая там собачка, небось, тоже старенькая, ой, да, окно закрывалось, собачка окно закрыла, да, вот посмотрите, здесь тоже, видите, вот как,
Видите, как вот стена, вот это вот, грубо говоря, непонятно, что тут. Даже не разлиновка нельзя называть, тут заливка какая-то. И вот потом, посмотрите. И это от стены, грубо говоря, дома отходит, видите? Я же говорю вам, что дома – это не дома. Они у нее полностью, посмотрите, тоже труба-то. Они у нее полностью гармонируют с остальным всем. Здесь у нее хорошего качества у нее тут. То есть здесь, где дом, не надо было хорошего качества, да, делать. А тут вот с этой стороны, туда-куда, в общем-то, и никуда не смотрит, там, видите, дорога к дому, к вилле, к очередной. Вот тут, видите, у нас приезжает этот... Дырочки. Коммуникация тут зачем-то, да? Просто дофига везде. Вот этот у нас тут проезжает над нами. Тут вообще какие-то дыры, да? Видите, дыры торчат. Кораблик. Кораблик. А тут, посмотрите, сбоку у него еще там чугунное изделие торчит. Посмотрите, была бы моя воля, я бы по всей стене бы прошлась и сделала бы видео. Это я стыковочку вам снимаю. Вот эта вилла. Посмотрите, напротив этой виллы. Напротив этой виллы. Вот такие, видите. Типа, опять же, что ж не говорят, что это вот Романский мост. То есть тут все. Вверху мы уже снимали это вот гротки эти, да? Типа, которые, мол, держат вот эту вот стену. И... Внизу. А вот есть труба такая вообще просто шикарнейшая. Я просто хотела вам еще показать одну гротку. Тут чугунное изделие торчит, типа вообще шпала такая. Смотрите, здесь ровно напротив входа в эту виллу такая вот. Вот такая вот арочка со ступеньками, вот куда-то она, вот понимаете, кстати, терраска такая, балкончик, да, посмотрите. То есть ступеньки идут вот на эту типа вот терраску. Вы заметите, как она тоже в вывернутом пространстве по диагонали, да, видите? Так. Вот шла же мимо. Шла же мимо, блин. Почему вот... Я не понимаю, ведь когда она с ним познакомилась, я не думала, что она прям была такая надоедливая. Так, ну чё, посмотрите. Короче. Как тут все? Во-первых, мозаика тут наша. Я просто не могу снимать. Посмотрите, как тут выкрашено. Все это чугунное, это выкрашено в эту серебряную краску. То есть, либо здесь проводится что-то. Я не говорю, что здесь живут, но что-то проводится. Вот. Вот, посмотрите, вот так пока держусь. Как бы мне зацепиться? Абсолютно невозможно... снимать и держаться. Ну вот смотрите, тут во-первых нарост вот на этой двери, где дверь, да, где дверь, там посмотрите сверху такой каменный нарост на следующий, на следующий этаж, вот эти вот невероятные вот эти вот, грубо говоря, окна, шкафы торчат из этого, из крыши, из этой, на которой вот это вот, там, кстати, нет никакой терраски, это просто вот идет полоска этой вот. Блин, подождите, полоска с рисунком. Как бы мне получше встать, получше мне не встать. Короче, ладно, сначала я сниму вам крышу, а потом еще раз. Вот здесь можно, кстати. Вот, кстати, кожа это на... Опять же, на этих.
Тут, посмотрите, дырка даже в окне, да? А? Сейчас я вам сейчас трубу сниму. А смотрите, а вот на этой нет, по-моему, кожи. Да, смотрите, там кожа наполовину только. Видите, вот если где солнце освещает на ней, вот желтое, там нет ничего. А с другой стороны есть. Потом вот эти вот, мне нравятся вот эти вот туннельчики из крыши торчат, да? Потом это вот труба, типа вот как труба печная, только она почему-то на балконе, да? То есть, потому что это труба роста. Хотя они не обязательно, что они идут, кстати, я уже отметила. Я там вчера просто в Милане ходила, тоже много чего-то насмотрела вам снимать. Просто там было раскопки, и эти трубы, мы видим, как коммуникация, они не обязательно вообще куда-то... Вот это как окна на плоской стене. С другой стороны же не было этих окон. У нее не обязательно коммуникация, это обязательно потом труба какая-то роста. Это может быть просто у нее вот эти вот... будем называть их квадратами, я не знаю. Вот. Не могу это снимать, потому что негде мне встать, блин. Может быть, здесь получше. Ну, там, посмотрите. Блин. Скамейка там, посмотрите, такая с волнистой спинкой, да, видите? Сейчас у меня, короче... Посмотрите, коммуникации там внутри веранды, да? На веранде тоже вот это вот веранда, посмотрите. Из железяк тоже, вот как будто бы, видите, посмотрите, какой сложный рисунок. Из этого металлическое все. Чугунное покрасили серебряное. Крыша вообще. К сожалению, не могу снимать в моем стиле. Скамейка, посмотрите, с волнистой спинкой. Все там с мозаикой. Это тоже с мозаикой, видите? Сейчас, подождите, подождите, подождите. Поглядите, видите, тут такое крыльцо. Мне нравятся такие ворота, да, огроменные, чтобы пойти на крыльцо. И с крыльца еще нужно будет спускаться, да. То есть нафига тогда уж такие там с пафосом такие ворота делать, если в них въехать-то нельзя. То есть ты должен, такие огромнейшие ворота, да, но ты должен зайти и еще спуститься. То есть это не какой-то там пафосный въезд, да, а это терраска, и там нужно спуститься. И вот такое все, видите, все вот такое вот тут образовалось, у нее кудрявенькое. И ворота тоже. Все ажурненькое, все кудрявенькое, да? И вот тут вот, вот опять же, разлиновка. А там, видите, там уже образовываются... Ну это эти дыры эти вообще. Так, ну ладно, пока поднимаюсь, тут я уже вам сняла, что, честно, вас снимать-то. Сейчас поднимусь и включу другое видео, постараюсь сесть на поезд этот, который вниз идет. Так что, увидимся в следующем видео. Сейчас посмотрю здесь вот, опять вот смотрите, вот, единственное хочу показать. Вот, сложно, если тут вот как бы... Грубо говоря, как будто бы арка. Видите, как это, эти окна такие, да, интересные. Причем не вообще не по линии расположены. В этой, как будто бы, видите, в блоке в таком, да? Причем здесь, посмотрите, как он идет странно. Это он у... Или начинается, или кончается он у окна, потом идет вот тут вот, типа у него есть широкий ободок, а потом вот идет вот так вот. То есть как-то тоже не
нелогично это все сделано. Это не скоба, а это, грубо говоря, вот такая вот вогнутая аппликация, которая типа окантовка такая у окна. Вот, если что, грубо говоря. А бабочка какая красивая. Большая. Дыры опять, видите, дыры. Просто куча дыр. И стены торчат. Вот тут можно посмотреть, как вот эта корка. Видите, тут цемент такой, да, как бы цемент. Видите, как будто цементом. А тут уже, видите, просто он вот слой совсем тоненький, миллиметра где-то. Потом уже идет тут скала. А? И там, где у нас Пентрид начинается вообще, да? Просто невероятно. Ладно, все, включаю, потом другое видео.